Реакцию на закатуна я перезалью на канале. Если что, я смотрю это видео на своем стриме. Поехали. Мне начали писать, что типа в его ролике есть отсылка на меня. Мне стало интересно, действительно ли это так. Давайте посмотрим. Сейчас будет... Оу. Классные кадры. Силы кончаются. Нужна мотивация. Мне нужна ваша поддержка. Давай! О! Иди вперед! Блин, это такая жиза. Не сдавайся! Мы любим тебя. Блин, не раскисай. У тебя все это так получится. Мило. Лучше. Классно рисуешь. Осталось немного. Ты справишься. Иди до конца. Не смей удалять Мы канал. Тебя не бросим. Офигеть, это всех их озвучивал он один. Вы лучшие подписчики на свете. Я то же самое чувствую к вам. Ну это в конце просто странно немножко звучало. Но момент топ. Я так понимаю, это другие аниматоры, да? Некоторых из них узнаю. А что-то я на такое не рассчитывал, пацаны. Вообще очень классно, что все аниматоры между собой дружат и делают подобные моментики. Это действительно круто. Оу, а это кто? Что это? Почему? Так, Мирби, Федор Комикс и, по-моему, Добряк там был, да? Да. You are next. Продолжение следует. Йоу-йоу-йоу, всем привет! Блин, реально классные глаза. Прикиньте, привет. Нас уже больше 500 тысяч. Иди. А нас с вами совсем скоро будет 600 тысяч. Я вас расцелую. А если серьезно, всем огромное спасибо за то, что вы есть, за вашу спасибо. Активность на канале и мою поддержку. Мне приятно, без хоть я недавно подписалась. Я. Теперь мы с вами движемся к миллиону. Да, миллион? Что стесняться-то? Но там я уже не отделаюсь благодарностями. Сделаю для вас какой-нибудь конкурс на миллион подписчиков. Ну что ж, а сейчас ответы на ваши вопросы из группы. Поехали. Что было бы, если бы у тебя не было канала? Очевидно, я бы его создал. Мог бы ты показать свой максимальный скилл рисования? Что ж, пожалуй, вот. Это срисовка, но рисовал сам, без обводки, так что считается. Классно. Какая твоя любимая песня? Можно я не буду отвечать на этот вопрос, их слишком много. Какая жиза, я... Чувствую то же самое, когда у меня спрашивают про любимое аниме, любимый фильм, вот то же самое про песни. А что, если у тебя закончатся истории? Выбегу на улицы искать новые. Будешь ли ты на фестивалях? Искать приключения на жопку. Сложный вопрос, они все проходят далековато от меня, а у меня мультики, дом, в общем, маловероятно, но не исключено. Я очень хорошо его понимаю, но мне кажется, все-таки ездить на подобные мероприятия нужно и полезно. Как ты выбираешь арты? Я выбираю самые интересные, оригинальные, запоминающиеся. Увы, палка-палка, огуречек не подойдут. Ты работаешь? И если да, собираешься ли ты бросить работу, когда станет много подписчиков? Нет, с недавних пор я безработный. Я Альфонс. Альфонс. Ты путешествовал? Не самое... Лучше если не брать в расчет соседний город и мою родину, то нет, но... А откуда он? Из России или из какой-то другой страны? Очень хочу. А ты долго учился рисовать? А я умею? Что бы ты сделал, если бы был девушкой? Это же очевидно, я бы снимал стримы. На сегодня это типа реакт... Это типа вот на меня отсылка такая, да? Я бы снимал стримы. Вот если бы она была с очками, это была бы по-любому я. Цвет волос подходит. Ну, тут без комментариев. Кресло, кстати, как у меня. Реально мое кресло, только мое вон.
оранжевенькая. Не знаю, не знаю. Вот что у меня вот эта фигнюшка. Может быть и вправду. Или нет, или это вот эта впадинка, я не знаю, как она называется. Но вот у меня она есть. Как это назвать-то, я даже не знаю. Вот, скорее всего, это она была нарисована. Я бы снимал стримы. На сегодня это все. Еще раз всем огромное спасибо. Задавайте свои вопросы в группе. Если что. А я пошел пилить следующий ролик. До встречи, пока-пока. Пока. А вот теперь мне стало действительно интересно, это отсылка на меня или же это просто рандомная тень? Если так подумать, то почему это именно я? Ведь если зайти на Twitch, то там есть очень много интересных стримерш. А, в основном все сидят на таких вот креслицах. Почему? Потому что кто-то сам покупает, кому-то по бартеру присылают. Да. У тебя нет шапки. У меня нет шапки. Поэтому это не ты. Да, это не я. Но это была хорошая попытка.